Всем привет! Сегодня очередной поход по грибы. Попробую залезть еще глубже в болото. Ну, до болот еще не дошел. Но грибок уже нашел. По традиции первый грибок снимаю. А потом, только если уже много их будет. Очень много волнушек, но они все вот уже вот такие большие. Их очень-очень много. Или вот даже есть, вот они поменьше. Но видно, они как бы не молоденькие. Вот их много по всему лесу. О. Вот такой грибок есть. Какой-то съедобный, наверное. Так что волнушки сегодня, наверное, собирать не буду, если не попаду на большую-большую высыпку молоденьких. Вот на будущее буду знать, что в этом лесочке очень много волнушек. Вон их сколько. Единственное, что их собирать надо вовремя. Ну так, в общем, здесь куда ни наступи, везде вот куда ни ткни, везде волнушки. Ну, единственное, что они, конечно, все уже старенькие. О, это не волнушка. Ага. Вот какие прелестные маленькие подберезовички. Вот они по сравнению с ладонью. Видите? Маленькие такие. Ну, просто прелесть. Ну вот, почти ведерко набрал. Благодаря вам я стану скоро, ну прям настоящим грибником. Вот даже маховички пособирал. Ну, так, собираю пока только подберезовики и маховики. Остальное пока не трогаю. Ну вот, как-то так. Так, ну вот, приехал я с тихой охоты. Меня уже встречают мои девчонки. Да? Птичек караулят. Ну да, и птичек в том числе. Ну, грибков стандартная система, одна ведерочка. Итак, сходил я по грибы. Вот, но у Натальи, так, это у меня кофеек. Но у Натальи сейчас очень плотная загрузка. То есть она сейчас консервацией занимается, и ей просто физически, ну, нет времени заниматься грибами, поэтому я их решил все пересушить. Конечно, они вам такие классненькие, маленькие. Вот. Сейчас вот таким образом я их порежу, вот таким вот. Разложу в сушильный агрегат и все засушу. Ну да, это вот собрал яблочки с огорода. У нас был сильный ветер ночью. Ну и вот яблочки поздувало. Это у нас с одного дерева, это с другого дерева. А на двух деревьях яблочки удержались.
Ну, посмотрим, попробуем сколько-то сохранить. Если не получится, тоже пересушим. Будут у нас сухофрукты. Ну, а сейчас вот частично я уже как бы начал обрабатывать и укладывать в сушилку. Ну, а частично буду делать это вот сейчас прямо. Не частично, а до конца. Уже в процессе. Дело идет. Грибочки сегодня удались. Собирал в основном только маленькие. Больших практически нету. Поэтому резать их просто очень легко. Они не замусоренные. Ну, хотя листья так и так, конечно, попадают, не без этого. Если в лесу и листья еще выбирать, тогда, конечно, ну, довольно, не знаю. Не фочу я, не фочу. Вот много вот таких грибочков. Ну, какие прелести. Которые можно, не знаю, прямо так целиком, наверное, и сушить. Вот так и положу. Че их? Куда их еще дальше резать? Ну, вот у этого тоже шляпка совсем малюсенькая. Но ножку почистим. Вот, шляпка малюсенькая, а ножку, конечно, надо распустить. Ну, хотя и шляпку тоже пополам можно так вдоль. И сушить. Вот это благодаря вам, уважаемые подписчики, начал я себе брать еще и маховички. Говорят, что они вкусные. Ну, так как сегодня сушим, то, соответственно, и будем сушить маховики. Очередной поддончик. Последний сбор грибов я назвал прощание, не прощание с летом, а закрытие летнего сезона. Потому что сейчас что у нас, сезон заканчивается ведь. Лето-то осталось 3 дня, а суббота, воскресенье и понедельник я грибы не беру, потому что суббота, воскресенье грибников и без меня хватает. В понедельник, ну, вот, чтобы немножко хотя бы грибков наросло после субботы-воскресенья. И во вторник снова можно ехать. Вот такой прикольный грибочек с раздвоенной ножкой. Так я его вдоль и распущу. Ну, какие классненькие маховички. Я их даже вдоль вот так разрежу. Ну, какой.
Ну просто прелесть. Его можно, конечно, ножку вот так, а сам гриб вот так. Главное, что он почти сухой уже. То есть он не сырой гриб. Ну вот, вот эта стопочка для сушилки полностью забита грибочками. Это я изрезал всего лишь половинку. Ну, кое-что, конечно, обычно, как всегда, уходит в отходы. Ну вот, 15 лоточков загружено, сохнет. Ну, моя Золушка вот все трудится. Такой взгляд уставший. Не получается праздной жизни, да? Ha 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 ha.